новом городе торжественно открылся Центр активного долголетия «Сударыня». Это уже четвертый центр на территории Заволжского района. Техническое открытие состоялось еще 4 месяца назад. За это время руководство центра завершало ремонтные работы и исправляло недочеты. За это же время в клуб записались больше сотни человек. Мы стремимся к долголетию, к активному долголетию, к активному здоровью, к активному, значит, ну, движению. Все-все-все, у нас все активно, мы все в движении, то есть мы хотим продлить себе жизнь. На базе учреждения проводятся тематические мероприятия, занятия по музыке, рукоделию, зарядка, мастер-классы по различным видам спорта. Кроме этого, пенсионерам помогают в подготовке документов на получение социальных услуг. Я 58 лет отработала на предприятии. Думаю, что я что-то, может быть, заслужила с людьми, которые здесь находятся. Они очень порядочные, очень серьезные. Мне очень нравится эта группа, я поэтому сюда с удовольствием хожу. В целом, на территории областного центра работают больше 200 клубов по интересам, которые посещают больше 10 тысяч представителей серебряного возраста. Открытие центров активного долголетия – одно из направлений в реализации национального проекта «Демография». Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.